Ну вот есть два вида движения. Движение механическое, вот которое я сейчас делаю, и движение идеорефлекторное. Ну или вот если это движение, то идеомоторное, идеомоторика, да? Когда я представил себе движение, вот я представил, что она двигается рука, и она рефлекторно на автомате пошла. И в этот момент, оказывается, происходит вот этот мгновенный переход из одного состояния в другое. Ну, обычно говорят, там модно, так сказать, квантовый переход. Ну, вообще-то это триггерный переход, когда вы из обычного состояния переходите в легкий транс. Но некоторым людям, например, трудно это сделать, сразу там сделать стресс-тест ключевой там, или еще что-то такое. То есть из одного состояния перейти в другое, из механического перейти в идеомоторное трудно. Потому что у них зажимы, там, напряжение, они ждут, получится, не получится, все эти ошибки делают. Поэтому есть же проще вариант, компромисс, консенсус. Это что такое? Это когда ты, например, берешь, делаешь любое механическое движение, но по критерию поиска гармоничного, чисто механически. Вот так я раньше делал, там у меня 500 человек в зале сидит, я, например, говорю, вот найдем себе какое-то легкое движение, красивое, критерий красота, механическое же движение, правда же? Но когда мы по этому критерию делаем вот это вот красивое, 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 и вдруг оно, этот критерий нас начинает приводить к тому, что у меня уже на автомате пошло, я уже раскрепостился, и уже петь хочется, и весь зал сидит рукой, вот так делает, и вдруг ползала, и потом уже весь зал, у них меняется состояние. Ну, за минуту! Ну, это так просто. Это называется мягкий переход из механических движений в идеорефлекторные, которые открывают у тебя твои внутренние резервы, снимают стресс, и ты в этом состоянии можешь настраиваться к любой деятельности.